Спасатели ведут поиск на северных склонах Рипта-Аибга в районе горнолыжных комплексов «Горная карусель», «Альпика-сервис», «Роза-хутор». Также обследуются водосборы Шумихинского и Сулимовского ручьев. Этот район – сильно пересеченная местность со скальными обрывами и резкими перепадами высот. Нередко опускается густая облачность, что приводит к практически нулевой видимости. С наступлением темного времени суток поиск приостанавливают до утра. Напомню, пропавший мужчина – 50-летний тур-инструктор. 17 июля он ушел в горы, и до сих пор о нем ничего не известно.